Ну что, друзья, размял коленки на велотренажере. Можно и поприседать. Какую выбрать сегодня стоечку? Наверное, вот эту все-таки. Одна из моих любимых стоек, с которой не нужно шагать, когда работаешь в приседе, только когда возвращаешь вес. Ну что, начнем. Thank you.
Thank you.
Ну что, друзья, хотите бесплатно получить доступ в мою супер закрытую группу, где на каждую неделю я выкладываю тренинг по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечных волокон? Вам никогда больше не придется изучать море информации, как циклировать. А вы знаете, что для натурального атлета путь прогресса один – это периодизация. Как это сделать, кто не знает, нужно снять видеоролик, желательно с тестовой тренировкой или с любой своей тренировкой, рассказать о себе, сказать вступительное слово и сделать ролик более-менее грамотным, профессиональным. Что это значит? Это значит не снимать вертикальные видео, постараться, чтобы звук был хорошим и прислать его мне на почту. Тогда вы сможете получить доступ к группу совершенно бесплатно. А мне предстоит заключительный подход в приседах, и затем я буду тренировать свои бицепсы и трицепсы. Друзья, я здесь не отвечаю на вопросы, потому что сейчас идет тренировка. Если у вас есть какие-либо вопросы, неважно, на любую тему, пишите их в стационарных постах. Книга будет в конце января, в начале февраля о женском тренинге. Да, меня уже засыпали вопросами, когда, где, что, как ее можно приобрести. Пишите мне в личку ВКонтакте, кому не терпится, я расскажу, как вы можете ее приобрести. Кто, друзья, у нас в зале только не тренируется? Вот этот высокий парень, которого вы видите, двукратный олимпийский чемпион по пляжному волейболу, бразилец, тоже тренируется у нас. 6 человек из 10 в нашем зале выступающие спортсмены. Сегодня суббота, 6 января. 14:15. Ну что, настало время моего заключительного подхода в приседаниях перед тем, как я пойду тренировать бицепсы и трицепсы. Yeah.
Всегда разбирайте за собой. Блины, тренажеры, убирайте гантели. Это уважение к другим занимающимся и в первую очередь показывает вашу собственную культуру. Фу. Многие спрашивают, что я пью во время тренировки. Так вот, в этой бутылке моей всегда БЦА. И я люблю заваривать настоящий зеленый чай с имбирем и лимоном. И добавлять тоже все это в мой напиток. Очень мне нравится чай. Девочки вот у нас такие пауэрлифтеры. Попробуйте, потом расскажете, как вам. How are you? Yeah. It's a lot of time.
Такая вот сегодня силовая тренировочка. После трицепса еще бицепс поделаю. Да, боль в плече мешает. Подтягивайтесь, друзья, видите? Даже девушки пытаются подтягиваться, пусть и обратным хватом. Это очень-очень важно. Отдохну. Еще один подходик сделаем для трицепса. И перейдем к бицепсу. Мало говорю, потому что сегодня прямое включение с моей тренировки. Девочка, кстати, пауэрлифтингом занимается.
Видите? Ну что, друзья, пришло время всеми нами любимого бицепса. О, будем делать вот на этой платформе. Так, может, чуть сбоку поставить. Так, наверное, получше будет видно. Надеюсь, не сильно отсвечивает. Сейчас найду короткую штангу. Сводите к минимуму упражнения, выкладывайтесь на них, в них на полную катушку.
и тогда будет вам счастье, особенно если вы тренируетесь натурально. Невозможно, тренируясь натурально, выполнять огромное количество упражнений на одну мышечную группу, на одну мышцу, и при этом прогрессировать. Просто нереально. Сейчас я сделаю еще один подходик подъема на бицепс, может быть два. И на этом, в принципе, тренировка для натурального атлета закончена. Единственное, я потом еще сделаю по одному подходу в кроссовере на бицепс, на трицепс, на большое количество повторений, просто чтобы нагнать в руки как можно больше крови. Ну все, друзья, спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте делать гиперэкстензии в конце каждой тренировки. И тогда будет вам счастье, масса и здоровая, крепкая спина. Без болей, без протрузий и без грыж. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале.